Добрый день, друзья! Сразу скажу, что это будет короткое видео. Сегодня в Верховной Раде был очень насыщенный день. Естественно, все заняты были обсуждением земельного вопроса. Но затем спикер парламента Разумков объявил о том, что в Верховной Раде появился новый народный депутат Сергей Рудик. И в тот момент, когда в Раде приносил присягу новый народный депутат, в сессионном зале появился депутат в маске Джокера. На это обратил внимание спикер Верховной Рады Разумков и попросил не превращать Верховную Раду в балаган. Он обратился к депутату Джокеру с просьбой снять маску. После этого депутат в маске подошел к трибуне Верховной Рады и снял маску. Одним словом, стало понятно, что это был эпатажный народный депутат Илья Кива. Он положил резиновую маску на трибуну и сказал, что это то, что следит за вами и то, что вас контролирует. На что спикер парламента ответил, что мы не боимся резиновых масок, чем вызвал аплодисмент в зале. Ну и также все обратили внимание на депутата Александра Дубинского, который пришел на заседание сессии Верховной Рады в футболке, на которой было написано «Мама любит скорость». Это была ответочка Дубинского журналистам программы «Схемы» на их расследование о том, что депутат Дубинский живет не по средствам, что у него есть 24 квартиры, 17 машин и еще много-много другого имущества. Понятно, что Дубинский нажил все это добро не стоя у станка, а занимаясь своей непосредственной деятельностью – журналистикой. И естественно, все это добро, в том числе и машины, записаны на его любимую маму. Мама любит скорость. Но это отдельная тема. Знаете, вот только одно неприятно, что эти слуги народа нас продолжают держать за лохов. Короче, друзья, я как был бессеребренником, так и остался.